Два человека погибли на Алтае при крушении частного самолета Як-52. По данному происшествию следователи возбудили уголовное дело. ЧП произошло вечером 16 июня недалеко от Новоалтайска. Самолет упал и загорелся на взлетно-посадочной полосе во время выполнения фигуры воздушного пилотажа «Бочка». Это когда самолет поворачивается на 360 градусов вокруг продольной оси. В результате крушения погиб владелец самолета, чемпион России по высшему пилотажу, глава аэроклуба «Открытое небо» Сергей Кузнецов, а также его напарник Денис Колбин. В августе прошлого года группа выступала на авиашоу в новосибирском Мочище. По факту авиакатастрофы Западно-Сибирский следственный комитет возбудил уголовное дело. Отметим, сегодня утром в Барнаульском аэропорту произошло еще одно происшествие. Экстренную посадку совершил пассажирский самолет «Суперджет-100». Воздушное судно летело по маршруту Иркутск-Барнаул-Санкт-Петербург. Причину ЧП сейчас выясняют. Как сообщили в Краевом МЧС, на борту находилось около 90 пассажиров. Все они сейчас находятся в здании аэропорта. Пассажиры ориентировочно будут находиться на месте в аэропорту до 2 часов. А потом они, получается, в Иркутск вылетают, правильно? Потом будет резервный самолет. В общем, другое судно воздушное.